Руки поднимай, без оружия. Без оружия вышел. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это патрульный муравейный отдел АКН. Да. Одиночное пикетирование предусматривается. Почему одиночное пикетирование? Я работаю по статье 29. Согласен с вами. Значит, каждому гарантирую. Вы гарантируете мне свободу мысли и слова? Согласен, но стоять надо на месте, сколь вы проводите одиночное пикетирование. Одиночный пикет не значит на месте, как столбник стоят. Нет, это уже будет. Одиночный пикет один стоит и ходит, понимаете? Я сюда в одиночном прохаживаю. Это не значит, что одиночный. Я не у Кремлевской стены, как курсанты стоят. У меня одиночный пикет. Сегодня ровно 3 года, как петербуржцы впервые вышли на площадь свободы, отстаивать право на свободу собраний. И сегодня для этого есть особенно актуальный повод. Наше законодательное собрание приняло в первом чтении закон, который запрещает нам выходить на Невский проспект, на Исаакиевскую площадь, на Дворцовую площадь, запрещает митинговать органов власти и станции метро. Мы говорим этому нет. Мы будем выходить, как свободные граждане свободной страны, туда, куда считаем нужным. Гостиный, двор, площадь свободы! Гостиный, двор, площадь свободы! Гостиный, двор, площадь свободы! Гостиный, двор, площадь свободы! Гостиный, двор! Если наш губернатор Полтавченко хочет, пусть он сам митингует в вагоне на Марсовом поле. Пусть там митингует депутат Милонов в окружении ОМОНа. А мы будем с народом, мы будем здесь, на Невском. Нет загону дяди Жоры! 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 Свобода собраний всегда и везде! 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 Свободу собраний всегда и везде! Давай. Вы Долматова скажете? Нормально. Скажи этого. Выходим из кольца. Это наш город! Выходим. Это наш город! 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 А где у вас? Девушка, выпустите, девушка. Корреспондент. Всегда и везде! Свободу собраний 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 всегда и везде! Свободу собраний! Не препятствуем законным действиям сотрудников органов внутренних дел! Здорово, пожалуйста! Граждане, граждане! Не поддавайтесь на призывы к нарушению права! Проходите. Ну я 4-й раз уже участвую.
Я вас еще раз предупреждаю. Хорошо. Повторное правонарушение, будете однозначно задержаны и доставлены. Это не правонарушение, вы нарушаете. Это вы нарушаете, а не 20. Проходите в сторону, не мешайте. 54 уже устарел. Законность и правопорядок. Не поддавайтесь на призывы к нарушению правопорядка. Назад. Резервы на исходную. На исходную резервы. На исходную, что стоит? Назад. Была команда на исходную? Ну да. Лобав. Совсем разучились команду выполнять. На похороны Путина. Подайте на похороны Путина. Я собираю подпись. Поставь. На похороны Путина? Да. Нету. Не хотите? Это мне история. Я же не посылаю. Пожалуйста, подайте на похороны. Нет, я уже дал Маше. Его еще и хранить. Ну, чтобы это. Зачем землю погрузить? Мы его сожгем. На Путина денежку, Миш, жаба задушит. Да, я такая, да? Герой дня. Ну все, хватит, ребята, хватит.